На встречу приглашено около 60 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла. Половина из них – одинокие люди. Приехать сюда им помогли социальные работники. Всех собравшихся приглашают за праздничный стол. К ветеранам обращается глава Солнечногорского района Владимир Нестеров. Он благодарит их за ратный и мирный труд. Говорит, что своей жизнью они подают молодежи пример мужества и любви к родине. И кто, как не вы, можете дать истинную картину тех событий, которые происходили, и показать всю значимость той великой победы. Теплые слова звучат и от других гостей праздника. Ветеранов приветствует депутат Московской областной думы Александр Жаров, председатель районного совета депутатов Сергей Кубасов. Звучат тосты за победу, за родину, за русского солдата. Для ветеранов поют участники фольклорного ансамбля «Лето» и Юлия Богачик. К юбилею победы всем ветеранам, пришедшим на встречу, дарят подарки – холодильники, телевизоры, микроволновые печи и чайники. Их предоставила Московская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане, Подмосковье. Организация зарегистрирована на территории района, поэтому, как говорит ее председатель Борис Кананчук, он и его коллеги не могли обойти вниманием солнечногорских ветеранов.